Участников всероссийского турнира по баскетболу на колясках, который стартовал сегодня в Тюмени, никак не назовешь людьми с ограниченными возможностями. Например, у игрока местной команды «Шанс» Ильшата Загитова четверо детей, младшему 4 года. Четверо детей, играем в баскетбол. Значит, первый день, первая игра маленько не задалась, ну это не все потеряно, весь турнир впереди. В спорткомплекс «Строймаш» съехались команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ханты-Мансийска. Для спортсменов из Донецка баскетбол сегодня – одно из средств реабилитации. Есть у нас ребята просто инвалиды бытовой травмы, есть участники СВО, которые уже послевоенное, во время войны получили ранения. Рассказывать-то нечего особо. Минно-взрывная просто на этот самый. На выходе были минно-взрывная. Победитель и призеры всероссийского турнира сильных людей будут названы 8 октября.